но у нас небольшая техническая заминка. И на линию старта выезжает автомобиль «Волга» ГАЗ-21. С порядковым номером. Порядковым номером 65. За рулем Сергей Горюнов, который вчера достался награды «Повелитель оленей». Это высшая награда в нашем фестивале для любителей автомобилей «Волга» ГАЗ-21. Сергей Горюнов является представителем классической школы любителей автомобилей «Волга». Этот автомобиль достался ему по наследству от его отца, а ему, в свою очередь, от деда. Данная «Волга» была куплена новой в 1966 году. И несколько лет назад прошла полный цикл реставрации. Я хочу отметить, что, наверное, в Калининграде этот автомобиль отреставрировал на 5 с плюсом. Сергей Горюнов сегодня приехал не один, а со своей большой семьей. И сегодня он будет достоин награды. Почетный диплом участника фестиваля «Золотая песня Лимсберга» 2019 вручается ему сегодня под ваши бурные овации, дорогие зрители. Ну что ж, автомобиль «Волга» каждый раз покидает нашу площадку. И сейчас участник под номером 20.